5 июня в зале коллегии Департамента физической культуры и спорта города Москвы состоялась пресс-конференция, посвященная проведению международных соревнований по легкой атлетике «Moscow Open». Они пройдут 10 июня на арене спортивного городка «Лужники». По 15 видам легкой атлетики выступят как спортсмены-претенденты на олимпийские награды, так и легкоатлеты, делающие первые шаги в спортивной карьере. Мы уверены, что статус соревнований нашли европейских медалей, европейский статус будет подтвержден, и со временем наш московский старт будет претендовать на то, чтобы войти в сильно были не только европейские. Программа соревнований разделится по трем категориям: премиум-класс, классик и промоушен, прыжки с шестом в длину и высоту, метание копья и ядра, бег с препятствиями. В каждом из видов легкоатлетики в день соревнований пройдут финалы. Своими выступлениями зрителей порадуют и звезды мирового масштаба. Я хотел бы сказать о том, что вот здесь присутствуют наши ребята. У Андрея Епишина будет очень интересно. Компания, он является нашей звездой российским в спринте. Вот. И ему придется побороться с Тимом Коллинзом, чемпионом мира по лигу. Moscow Open входит в серию однодневных турниров мирового легкоатлетического тура. По словам организаторов, предварительные заявки поступили от спортсменов из более 30 стран. Подготовка к соревнованиям международного уровня ведется тщательно. Мероприятие обещает быть ярким и зрелищным.